Ну, тут такая фигня, что надо было вовремя сохраняться. Потому что вот смотри, сейчас я должен получить информацию. Вот этот значок горит. А как только я значит, подойду, он перестанет гореть, и все. Так, хорошо, хоть хорошо. Маяки зажали меня во дворе. Выручили так, ну это-то я все сейчас с крыши сделаю. Вот здесь есть милейший подъем на крышу. Вот здесь, вот он. Ну и все, сейчас я с этим-то вопросом я разберусь. А вот дальше как быть, дальше вот сложно. Так, ну сейчас отсюда я разберусь спокойно. Вон он, вон он. Да не двигайся ты, господи. Так, один. Второй сейчас будет. Завали, завали. Да блин, еще. Вот, все, этот сдох. А что у него на башке какой-то этот самый? Какая-то лампочка, что ли? Что там у него? О, здесь может спуститься, походу. Так, давай быстрее, быстрее спускаемся. Так, где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Отлично. Задание провалено? А, я своего завалил. Господи. Еще раз тогда. Последнее сохранение. Это грустно. Погнали. Да, вот тут какая-то гнида где-то прячется. Странно, вот у меня пистик заклинило, а все остальное не клинит. Так, все, погнали, уничтожим. Маяки зажали меня во дворе. Выручайте, братцы! Сейчас иду я. Какие братцы? Ты имеешь в виду только одного меня? Сейчас выручим. Да, звуки, конечно, что надо. Ну вот сейчас, смотри. Сейчас я тебе покажу, как надо обходиться с этими голубчиками. Так, один. Второй. И третий должен быть. Вот он. Вот он, залупчик. Так, спасти крота. Ну, как мы спасем-то? Ой, тихо. Тихо, аккуратно. Кто там так кричит? Аккуратно. Съезжаем. И вот он. Видимо. Ну, привет. Спасибо, друг. Выручил ты меня. Одной ногой на том свете уже стоял. Послушай. Ага. Военные не оставляют дела недоделанными. Скоро здесь будет спецназ. Хорошо. Нужно уносить ноги и побыстрее. Побежали, я тебя выведу. Пошли. Пошли, вот это интересно. Ну, побежали. Мы, грубо говоря, не бежим, мы в развалочку идем, а так ладно. Молодец.